В аварии на проспекте Октября в Ярославле пострадал ребенок. Днем на широкой магистрали не разъехались «Жигули» и «Шевроле». Это видео с автомобильного регистратора. На записи видно, иномарка поворачивает налево. В этот момент в нее врезается пятнашка. Удар настолько сильный, что обломки кузова обоих автомобилей разлетаются на несколько метров. Пострадавшему ребенку врачи поставили диагноз сотрясения мозга. Обстоятельства происшествия устанавливаются.